Здравия желаем, товарищ преподаватель! Дисциплина – первый результат гендерного эксперимента. Раздельно мальчики и девочки учатся только неделю. На уроках школьники стали меньше отвлекаться и больше учиться. Мальчики могут, например, мальчачьи вопросы там задавать. Это нам не очень интересно. А у девочек больше одинаковые интересы, чем у мальчиков. Мне кажется, что лучше учиться только девочкам, потому что мальчики, они списывают очень много, и с девочками подружиться гораздо легче. По разным классам мальчиков и девочек развели с 1 сентября. Гендерное обучение внедрили в нескольких первых, пятых и десятых классах. Сформировали 9 абсолютно новых коллективов. Больше, чем планировали. Детям система понравилась не меньше, чем родителям. Преимущество в каждом классе своем. Например, там, где с парнями, конечно, было веселее, но все равно на уроку более сосредотачиваешься тогда, когда раздельно. И получается, осознаешь больше. Дана арифметическая прогрессия на единицу первых ее 5 членов. После ребухи. Если за первоклашек раздельное обучение выбирают родители, старшеклассники в гендерные классы идут осознанно. Константин Рябухин исключительно в мужском коллективе планирует не только учиться, но и работать. Школьник хочет связать свою жизнь с армией. Меньше кто отвлекается, дисциплина получается лучше. Сосредотачиваешься лучше на предметах. Оценки лучше будут, успеваемость. Чтобы начать уроки, педагоги готовились весь год. Программы обучения остались те же, поменялась методика. Каждому классу нужен свой подход. При переходе из одного класса в другой, вот я даже идя на урок, я уже быстренько мысленно просчитываю, что здесь я какой-то материал буду рассматривать более подробно, а у ребят мы сразу рассматриваем алгоритм и работаем по алгоритму. Таким образом, педагоги решили повысить уровень образования. На уроках школьников не волнуют дела сердечные, только уроки. Но это не абсолютная изоляция, говорят педагоги. Отдельно дети только на уроках. На перемене они вместе. Еще у нас будет очень много совместных мероприятий. Например, пушкинский бал, лицейский бал. Ночь в лицее мы будем проводить. Также у нас будет адаптационная игра «Я пятиклассник». Они будут вместе и репетировать, и готовиться к этим праздникам. Пока в новой системе в 6-м лицее видят только позитив. Первые итоги эксперимента подведут в конце полугодия. В следующем году, возможно, разделят и другие классы. Денис Свириденко, Игорь Карпов, Первообластной.